Мы снова на выставке World Food, и с нами Татьяна. Татьяна, скажите, с кем вы приехали и откуда? Здравствуйте. Я приехала с Камчатки. Мы представляем Камчатский край, товары производителей, малый и средний бизнес. Какие максимальные цели вы ставите вот на этой выставке? Ну, наши цели – выйти на международные площадки, представлять камчатских производителей с их услугами, с товарами, но именно в мире, потому что Камчатка, мы далеко находимся, к нам приехать не каждый может, поэтому Камчатский край, правительство края, точнее, агентство инвестиций и предпринимательства нас поддерживают и вывозят на такие мероприятия. Какую продукцию вы привезли в этом году? У нас два основных направления. Это наша вода с экологически чистых рек. Мы вообще находимся в экологической зоне. Камчатка расположена далеко, и у нас нет ничего вредного для нашего организма, скажем так. Нашу воду и наши дикоросы, которые растут, добываются вручную на наших полях, тундрах, лесах. Камчатка в плане логистики довольно-таки сложный регион. Как вы реализовываете ваш товар и... Как вам попасть на прилавки крупных ритейл-сетей? Ну, с этим сложно, поэтому мы не можем конкурировать с обычными товарами и услугами. Мы берем своей уникальностью, своим расположением, повторюсь в очередной раз, наша экология, и это наше достоинство, наша уникальность. Поэтому наши товары и наши услуги, они сегмента... Не эконом. Мы... Премиум-сегмент. Премиум-сегмент, да. Мы живем далеко, и все, что собирается вручную в нашем регионе, оно, ну, с доставкой, с логистикой, ну, никак не может стоить дешево. Поэтому мы уникальны. Татьяна, спасибо вам огромное, а вы оставайтесь с нами.